Добрый день. Вижу, что вопрос повторяется, поэтому решила снять отдельное видео по покраснению листиков или почему у голубики весной листики красные. Вот смотрите, голубика уже распустилась. Все многие читают же, интересуются, как выращивать голубикой. И первый показатель того, что голубика неправильно растет, это нехватка кислотности в грунте. Показателем этим может быть покраснение листочков. Но не торопитесь делать подкисление. Почему? Потому что особенностью голубики является такой момент, что когда у нее идут перепады температуры на улице, то есть еще нету стабильных теплых температур, то она, ее листики краснеют. Осенью они будут бордовые, красные, очень красивого такого цвета. Сейчас вот так голубика реагирует на перепады температуры. У нее красноватые листочки. Это не значит, что ваша голубика или у вашей голубики в грунте недостаточно кислотности. Нет. Еще раз говорю, не торопитесь подкислять. Подкисления достаточно, если вы посадили в свежий торф на первый год, если вы внесли серу, и если вы один раз в месяц подкисляете уксусом. Показатель того, что у голубики не хватает в грунте кислотности, она не может питаться, это когда в жару у вас красные листья. Если это весна или осень, даже уже с августа месяца, то покраснение листочков на голубике — это нормально. Показываю, вот у меня на голубике в контейнерах листики красноватые. Они такие будут, пока не станут стабильной температуры. Показываю кустики, которые не только в контейнерах растут, которые растут на огороде. Точно такая же ситуация. Листики с краснотой. Я недавно в своем видео брала pH-метр, измеряла кислотность. Моя кислотность сейчас 5 единиц, 5-0. По моему опыту, 4,5-5,5 – это та кислотность, при которой голубика нормально растет, нормально развивается, нормально дает ягоду. Поэтому подождите, не спешите подкислять ее никакими кислотами. Вот специально показываю саженцы, которые у меня на огороде, которые у меня во дворе. У всех красноватый листочек. Сейчас, чтобы было понятно, у нас температура где-то опускается вечером плюс 7, днем уже было где-то плюс 18. Я живу в Днепре. Вот такая у меня помощница. Как я уже зимой показывала, мы заготовили елочки. Сейчас мы эти елочки вот так перерабатываем. У нас получается хвоя, которая нужна нам для мульчирования. Голубики. Да. Эконом вариант. Учитывая, что сейчас в лес ездить нельзя из-за военного положения. Да, поэтому у нас есть своя мульча. Вот и показываю еще кусты, которые у меня стоят во дворе. Тоже красный листочек. Поэтому не переживайте. Все с вашей голубикой нормально. Хороших урожаев. Возникают вопросы. Перед тем, как что-то делать, лучше напишите, спросите. Я отвечу на ваш вопрос. Если возникают какие-то проблемы. Не на все вопросы я знаю ответы, но тем не менее, уже небольшой опыт у меня есть. Всем хорошего дня, мирного неба.